Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в работе воротничок, который я задумывала для черного платья, платья-коктейль. Но оно совершенно, это изделие, туда не подошло. Зато оно великолепно село на льняное платье, оно стало такое теплое, такое ангельское. Я бы назвала этот стиль фланель. Кстати, кто будет вязать этот воротник для черного платья, вяжите из черных ниток с люрексом, смотрится великолепно, я видела. И это платье в готовом виде вместе с таким воротником. Мне очень понравилось. Вообще, здесь замечательнейшее вязание. Запомните, пожалуйста, вот эту рюшечку. Она великолепная. Закиньте ее к себе во все копилочки и используйте ее. Она сама, как вы уже заметили, формирует воротник-стойку. Она, опять же, замечательно ложится и на отложном воротничке, и на манжете, и на подоле, выступая как самостоятельный элемент. Обратите внимание на соединение. Опять же, здесь очень интересное и хорошее, грамотное соединение мотивов между собой. Под каждым мастер-классом меня обязательно кто-то спрашивает, как соединять мотивы между собой. Вот, пожалуйста, еще одно видео. Их уже, наверное, штук 40 или 50, где в я объясняю, показываю разные виды соединения мотивов между собой. Осталось их только использовать. Все. Посмотрите, получается готовая юбочка. Давайте приступим к вязанию и начнем вязание с цветка. Первая петелька 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Смыкаем первую последнюю петельку соединительной петлей. Делаем 2 воздушные петли подъема. Они считаются у нас уже как петля. Значит, это будет 1, 2, 12. 12 столбиков. Без накида мы обвязываем вокруг 8 воздушных петель. Вот в первые эти 2 воздушные петли подъема мы входим соединительной петлей. Все здесь поправляем, чтобы кружочек был ровненький. Делаем теперь 2 воздушные петли подъема. 1, 2. И вот из одного места нам надо сделать 3 столбика с одним накидом и одной общей вершинкой. То есть мы не довязываем еще 2 столбика. Итого у нас получилось 3 столбика, незавершенных на крючке. И мы протягиваем одной ниточкой. Вот они у нас. 3 столбика с одним накидом и с одной вершинкой. 5. 1, 2. 3. Сделали 3 воздушные петли, сделали накид. В следующую петельку мы делаем столбик с одним накидом, не довязывая. Накид. Опять сюда же мы делаем столбик с одним накидом, не довязывая. Накид. И опять сюда же мы делаем столбик с одним накидом, не довязывая. И опять 1, 2, 3. Смотрите, вот эту ниточку я закидываю под вот эти столбики, чтобы ее закрепить, потом просто обрезать. 3 воздушные петли сделала. Опять делаю накид в следующую петлю по кружочку. Их 12. И 12 столбиков вот таких вот пучком у нас должно получиться. И опять мы делаем, не довязывая столбик с накидом, накид, не довязывая столбик с накидом в одно и то же место, накид, не довязывая столбик с накидом, и протягиваем все вместе. Вот уже 3 таких готово. И опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Опять накид. И вот так мы делаем по кругу 12 раз. Обвязали 12 пышными столбиками.
Но они не совсем пышные столбики. По-моему, пышные столбики – это то, что просто с вытянутыми петлями. А это три столбика с одним накидом и одной общей вершинкой. И вот здесь, когда мы будем с вами переходить на следующий ряд, прошу обратить внимание, очень важное окончание. Делаем 2 воздушные петли, хотя здесь достаточно одной. По схеме они пишут 2, здесь достаточно одной, иначе дырка будет большая. Делаем 1 воздушную петлю, делаем накид, входим в петелечку вершинки самого первого столбика и делаем накид и делаем полустолбик. И вот смотрите, у нас получилось вот такая же арочка, как здесь из 3 воздушных петель, у нас получилось такая же и здесь, потому что следующий ряд у нас начинается с серединки этой арочки. Поэтому мы делаем вот такой вот с вами ход. Теперь мы набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 воздушных петель. Делаем накид. И в третью петельку, раз, два, в третью. Сейчас ее еще найти тут надо. Раз, два. Вот она у нас. За одну ниточку можно спокойно брать. И делаем полустолбик сразу. Полустолбик – это все нити на крючке. Вместе с накидом мы одним махом протягиваем. Теперь делаем накид. В следующую петелечку мы делаем столбик с одним накидом. Вот он у нас. Видите, получился кончик такой лепестка. Делаем 2 накида. В следующую петелечку делаем столбик полноценный с 2 накидами. Раз. Еще. Два. Еще также. Три. Еще также. Четыре. Пять. Шесть. Теперь делаем 1 накид, то есть 6 столбиков с 2 накидами. 1 накид и входим в предпоследнюю петелечку и делаем столбик с одним накидом. Делаем накид и в самую последнюю петелечку делаем полустолбик. Вот такой вот с одним накидом. Вот такой он получается лепесточек. Он такой немножечко, видите, неуклюженькие, но вот он, такая вот у нас как бы астрочка такая по схеме идет. И сразу, вот видите, следующая арочка у нас между столбиками из 3 воздушных, из 3 столб... Как же правильно называется? Тут есть импортное слово, мне оно не нравится. Но назовем пышные столбики. И между 2 пышными столбиками есть арочка, в нее заходим и делаем столбик без накида. И тут же опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть опять вяжем лепесток, опять накид, опять в третью. И все так же. Также провязываем лепесток, как провязывали здесь. И также заходим вот сюда в арочку. И вот так по кругу мы все с вами вяжем. Первый ряд мы набираем 256 петель.
Каждую восьмую петельку надо отметить несмываемым маркером. Это делается быстро, зато потом вам будет легко. Это кажется, что это муторно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Зато потом, когда вы будете вязать первый ряд... Ой, как я закрыла крепко. Вам будет очень легко. Вот видите, прям вот эти две ниточки, петельки. Берем, отмечаем. И опять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вот смотрите, мы дошли до уголочка. Это уголочек, где у нас будет поворот и начало первого ряда. Вы помните, я писала 256 плюс 2. С одной стороны вначале будет плюс 1, и здесь плюс 1 петля. Вот мы ее сейчас сделаем. Плюс 1. В эту петлю мы сейчас будем вязать угловой узор. Ну, то есть он половиночка. Вот у нас везде будут птички с двумя крылышками по всему узору. А здесь мы будем вязать одно крылышко. Сейчас посмотрите. Значит, 6 петель подъема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Делаем 2 накида. И вот мы не в нашу отметочку сейчас будем делать, а перед ней. Потому что вот здесь вот первый ряд здесь не по 8 будет у нас, а по 9 петель, так в схеме. Но я думаю, что если вы ошибетесь на одну петлю, вот не будет большой трагедии. Так, сделали 2 накида, не заканчивая столбик с 2 накидами. Делаем опять 2 накида. Опять же в это место, откуда выходили, вернее, куда заходили первым столбиком, туда же заходим вторым. Опять не заканчиваем. И третий столбик с 2 накидами. И вот теперь закрываем все вместе. Это у нас будет начало. Здесь у нас как бы полкрылышка. Дальше у нас везде будут птички такие с 2 крылышками. Делаем раз, два, три, четыре. 4 воздушные петли в первом ряду мы делаем между птичками. Теперь сделаем опять 2 накида. Вот они, наши отметочки. Вот отметочка, в которую я сделала смываемым маркером. Вот мы сделали 2 накида, столбик. Не заканчиваем его. А опять в эту же петлю 2 накида, столбик не заканчиваем. А опять в эту же петлю столбик с 2 накидами не заканчиваем. И закрываем все вместе. А вот теперь у нас будет 5 воздушных петель. У меня, видите, я тут немножко все поразболтала. Вы не обращайте внимания, я все перевяжу. Это я вам показываю порядок, алгоритм. Раз, два, три, четыре, пять. То есть так не вяжите, чтобы разболтаны были петли. Если разболталась, вот как здесь у меня, обязательно перевяжите. Но я сейчас перевязывать не буду, потому что я все равно буду начинать сейчас все заново. И перевяжу их спокойно, уже возьму поближе к себе вязание. И вот туда же, вы поняли, я сейчас сделала 2 накида. И вот туда же, откуда я делала первое крылышко, я буду делать второе. Дело в том, что дальше все вязание практически базируется вот на этих 2 крылышках. Поэтому вы дальше уже по вязанию просто, вам уже надоест, как я буду вам объяснять, как вяжутся эти 2 крылышка. Я там буду постоянно одно и то же повторять. Уже самой будет надоедливо. Так, и теперь делаем 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. И опять 2 накида. И вот в эту петельку, которую я отметила, видите? То есть я не отсчитываю, не сижу. Я сразу в нее захожу. И поехали. Опять. В начале у нас птичка с одним крылышком. И в конце будет птичка с одним крылышком.
То есть начало и конец вот такие у нас будут. А в серединке мы делаем вот такое полноценное крылышко. Это будет у нас первый ряд, самый сложный, потому что он на воздушных петлях. Дальше уже, конечно, будет гораздо легче. Первый ряд связали. Второй ряд мы вяжем точно так же, как первый. Единственное, что у нас тут происходит. Мы делаем в начале 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли на арочку. И делаем 2 накида. И заходим вот туда же, куда мы, откуда мы начинали вход этого ряда. Сюда же заходим. Делаем неполный столбик с 2 накидами. Еще 2 накида. Сюда же делаем неполный столбик с 2 накидами. Еще 2 накида. И опять не довязываем. У нас 4 ниточки на крючке, и мы их провязываем одной петлей. Дальше у нас, как и в предыдущем ряду, 1, 2, 3, 4. Между вот этими бабочками идет у нас 4 воздушные петли. Дальше 2 накида. Здесь 5 воздушных петель. В серединку находим 1, 2. В третью мы делаем столбик с 2 накидами, не довязывая. Еще 1, 2 накида. Сюда же мы делаем столбик с 2 накидами, не довязывая. Еще 2 накида делаем. Сюда же мы делаем 2 столбик с 2 накидами, не довязывая. Опять 4 ниточки у нас, 4 петли на крючке. Протягиваем. Теперь, как и в предыдущем ряду, мы делаем 5 воздушных петель между птичками. 1, 2, между крылышками, давайте так скажем. 3, 4, 5. Теперь делаем 2 накида и опять сюда же, откуда мы начинали. Мы делаем опять столбик с 2 накидами, не довязываем. Опять 2 накида. Столбик с 2 накидами, не довязываем. Опять 2 накида. Сюда же заходим. Раз, два, не довязываем. 4 петли на крючке закрыли. И опять пошли. Вот они у нас, видите, получаются. Птичка с 2 крылышками. И между ними 4 воздушные петли во втором ряду. 1, 2, 3, 4. Между птичками у нас 4 воздушные петли. А вот между крылышками 5 воздушных петель. И вот так до конца. Так же, как в первом ряду. Только вот заходим, видите, теперь уже вот в эту арочку, в середину. Заканчиваем второй ряд. Сделали 4 воздушные петли. Вот смотрите, здесь должна быть одна вот такая галочка. Вот этой второй не должно быть. Я просто хочу тут кое-что в фасоне попробовать. Поэтому вот на эту вторую галочку, не обращайте внимания, здесь должно быть так же, как вот здесь, одной. Поэтому работаем с одной. С одним крылышком от птички. Вот у нас птичка, условно называем, да? Работаем с одним крылышком. Сделали 4 воздушные петли. 1, 2. 2 накида. И делаем также пучок из 3 столбиков с 2 накидами. Вот делаем второй. Не довязываем. Третий. Не довязываем.
Третий. Не довязываем. И теперь протягиваем опять все ниточки на крючке через петлю. Что далее делаем? Делаем 2 воздушные петли. Раз, два. Нам надо же закончить ровненько и развернуться. Делаем 3 накида. 3 накида. Здесь по-разному будут накиды. 3 накида. И туда же, куда мы делали птичку, туда же мы делаем столбик с 3 накидами. Сделали вот так. Разворачиваем вязание. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сделали 7 воздушных петель. Делаем опять 2 накида. И вот откуда у нас был, мы начинали 7 воздушных петель, туда же мы делаем, не заканчивая, столбик с 2 накидами. Можно даже вот, смотрите, я сдвинулась немножечко, а можно точнее сделать. Вот отсюда. Вот. Будет лучше смотреться. Раз, столбик не заканчиваем с 2 воздушными петлями. Ой, с 2 накидами, извините. Опять 2 накида. Еще второй столбик не заканчиваем с 2 накидами. Еще третий столбик с 2 накидами. Не заканчиваем. Вот теперь у нас 4 нитки на крючке. Протягиваем. И вот что теперь, если в этих рядах у нас было 5-4 воздушных петель, то теперь все очень просто. Везде 5. Раз, два, три, 4, 5. Делаем 2 накида и в серединочку. Делаем столбик с 2 накидами, не заканчивая. В серединочку это 5 воздушных петель, значит, в третью. Опять делаем 2 накида. Не заканчивая. И третью. Вот если правильно вязать этот воротничок по всем правилам, тем более, если вязать его на продажу, допустим, как эксклюзивную какую-то вещь, нитку надо в конце каждого ряда обрезать и все начинать заново, чтобы все время все было налицо, как в первом ряду и как сейчас. Вот такие вот развороты все, это, конечно, вязание, ну, вещь удешевляет, скажем прямо. Но будем уже вязать так. Ниточку обрезать, это вязать, а потом ее заправлять. Мне это не сложно, конечно. Но кому-то может показаться муторным. Ладно, заканчиваем одно крылышко. И теперь 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Делаем опять 2 накида, как и в прежний раз. То есть вот это вот все. Все то же самое. Здесь ничего нового. Только в петлях. Петли подъема у нас на углах будут меняться. Вот это я вам буду показывать обязательно. Так. И что мы делаем? Опять 5 воздушных петель. И вот так все время 5 воздушных петель. Птичка, 5 воздушных петель, птичка. Вот на это не обращай внимания. Если будете сами вязать, и у вас почему-то вот этой бульбочки нету, ее и не должно быть. Вяжем. Заканчиваем третий ряд. Таким образом, делаем 2 накида, пропускаем вот это крылышко, здесь
Раз, два, две воздушные петли отсчитываем. И входим во вторую. И делаем столбик с двумя накидами, не довязывая. Опять еще делаем два накида. И опять делаем столбик с двумя накидами, не довязывая. Еще раз делаем два накида. И туда же, в это же место, делаем столбик с двумя накидами, не довязывая. Теперь все четыре ниточки на крючке протягиваем. Делаем 2 воздушные петли. Раз, два, три. Три накида. И вот откуда у нас была вся, было все это крылышко, вот сюда же мы заходим и делаем столбик с 3 накидами. Полноценный. Вот так мы закрываем здесь вязание. Переворачиваем. Делаем 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 воздушных петель. Опять делаем 2 накида. Находим самую петелечку крайнюю. Делаем в нее, не довязывая, столбик с 2 накидами. Еще раз. Так же, как обычно, мы здесь вяжем. В этом вязании он все время будет, вот этот столбик у нас на протяжении всей канвы воротника. Вот так мы делаем все 3 столбика вместе. И опять раз, два, три, четыре, пять. То есть 4-й ряд мы вяжем, как и предыдущий, все через 5. Опять 2 накида, в серединочку заходим и делаем столбик с 2 накидами, не довязывая. Опять делаем крылышко, 5 воздушных петель, крылышко, 5 воздушных петель. То есть весь 4-й ряд мы делаем точно так же, как и предыдущий. Окончание я вам показала, вы должны запомнить. Оно, в принципе, практически везде будет одинаково, там немножко будет меняться у нас по количеству воздушных петель. Вяжем. 3-й и 4-й ряд мы вяжем одинаково. И вот мы заканчиваем с вами 4-й ряд. В принципе, все то же самое, как и в предыдущих рядах мы заканчиваем. Это я чисто напоминаю. Делаем 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петелек делаем, 2 накида. Вот у нас была с вами цепочка из 7 воздушных петель. Считываем 1, 2. И в 3-ю петелечку воздушную из 7. 3-ю отсюда мы считаем. Мы делаем столбик с 2 накидами, не довязывая. То есть одно из крылышек птички делаем, как и делали все до сих пор. Опять второй столбик не довязываем с 2 накидами. 5-2 накида делаем. И 3-й столбик делаем. Туда же, в это место, не довязываем. Теперь, когда у нас все 3 столбика с недовязом, мы пропускаем ниточку через них. Вот так у нас получился с вами очередной крылышко на краю. Теперь мы делаем 2 воздушные петли. Раз, два, три. 3 столбика, вернее, 3 накида мы делаем. И 1 столбик с 3 накидами. Я вам сейчас наговорю. Стараемся зайти туда же, где у нас было вот это крылышко одно. И делаем столбик с 3 накидами. Вот так у нас получается с вами. Поворачиваем вязание. 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7. 7 воздушных петель сделали. 2 накида и опять делаем крылышко птички. Вот откуда начинали. Туда же и заходим, откуда, где мы начинали делать 7 воздушных петель. Туда же заходим, делаем столбик с 2 накидами, не заканчивая опять его. Еще раз туда же, в это место, сделав 2 накида, не заканчиваем. Еще раз 2 накида. Опять в это же место провязываем столбик с 2 накидами, не заканчиваем его до конца. И теперь все вместе 4 ниточки протягиваем. И вот какая разница у нас в пятом ряду. В пятом ряду у нас одна единственная разница. Мы делаем не 5, а 6 воздушных петель между птичками. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6. То есть увеличиваем здесь на одну петлю. 2 накида. И вот заходим опять в серединочку между крылышками. И делаем опять столбик с 2 накидами, не довязывая. Опять делаем 2 накида. Столбик с 2 накидами, не довязывая. Опять делаем 2 накида. Столбик с 2 накидами, не довязывая. Все вместе провязали. И вот здесь у нас будет 5 воздушных петель между крылышками. Вот у нас линия с крылышками. Здесь будет 5 в пятом ряду. 1, 2, 3, 4, 5. И опять делаем 2 накида. Второе крылышко делаем с одним основанием. Все. А следующее уже между птичками у нас будет 6 опять воздушных петель. Вот. Также делаем птичку. 3 столбика с 2 накидами с общей вершинкой, общим началом. И вот сейчас у нас опять пойдет 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять 2 накида. И в серединку птички заходим и вяжем. То есть вот в пятом ряду у нас между птичками 6 воздушных петель, между крылышками 5 воздушных петель. Вот и вся разница. Если до этого у нас было третий, четвертый ряд, везде было так по 5, первый, второй ряд у нас было 4, 5, то сейчас будет у нас 6, 5, 6, 5, 6, 5. Седьмой ряд. Поворачиваем вязание. Делаем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем 2 накида. И вот сразу, откуда мы начинали набор 8 воздушных петель, делаем столбик с 2 накидами, не довязывая. Еще 2 накида. Опять сюда же делаем столбик из 2 накидов, не довязывая. Еще 2 накида. И опять сюда же мы делаем столбик с 2 накидами, не довязывая. И вот теперь, когда у нас 4 петли на крючке, мы их протягиваем. Все как и раньше, делаем все предыдущие ряды. Теперь мы делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И вот чередовать будем опять через одну. Вот первый узор. Не довязываем. 2 накида.
Видите, теперь мы не в точку делаем, как до этого делали, не в петлю, а под арку, как в предыдущем ряду. Еще два накида. Три столбика недовязанных с одним накидом. Протягиваем через петелечку. Теперь раз, два, три. Опять под эту же арку два накида делаем. Сюда же столбик с двумя накидами недовязанный. Два накида. Столбик недовязанный. Два накида. Столбик недовязанный. Два накида, столбик недовязанный. Больше тут три. Извините. Размахнулась, разлетелась. Три. Три недовязанных столбика. Протягиваем. Вот так получается. Теперь раз, два, три. Три воздушные петли. Опять два накида. Подарочку. Не довязываем. Два накида. Подарочку. Не довязываем. Два накида. Подарочку. Не довязываем. Два накида. Ой, три уже сделали. И протягиваем. И опять раз, два, три. И опять два накида. Четвертая вот такая у нас. Четвертый такой лепесточек у нас мы делаем. Как вот назвать этот узор? Лепесток, да. Вот. Смотрите, что у нас получается сразу с краю. И вот такие узорчики, как здесь. Три, три, три. Мы будем делать через один. Вот через один вот такой ряд. Видите, у нас тут получаются рядочки. В следующем ряду мы практически ничего не меняем, кроме количества воздушных петель. Сейчас опять 5. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем два накида. Здесь серединку делаем, в третью петельку делаем, опять столбик не довязываем. Опять два накида, туда же, откуда делали первый столбик, не довязываем. Опять два накида, не довязываем. Вязываем. Я вам показываю, мне не очень удобно, я не очень хорошо вижу. Больше, чтобы камера видела. Поэтому буксую слегка. Так, и теперь все вместе протягиваем. Чего-то я тут напортачила. Ну ладно, не буду заострять внимание. Перевяжу, если не понравится потом. Сейчас показываю вам дальше. Вот здесь, в этом ряду, там, где птички, мы делаем 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 воздушных петель. И опять так же. Два накида. Не довязываем столбик с двумя накидами. Два накида. Не довязываем столбик с двумя накидами. Два накида. Не довязываем столбик с двумя накидами. И протягиваем. Опять общая вершинка. Видите, если здесь мы делаем подарочку, здесь мы делаем в определенную петельку. В третью. В серединочку. И опять 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И вот такой же делаем узор, как вот здесь. Делаем сейчас
в следующем рядочке, вот в этом. Потом делаем вот такой узор. То есть везде у нас будет 5 воздушных петель. 3, 3, 3, 3, 5. А вот 7 воздушных петель у нас будет там, где птичка. Все очень просто, вяжем. Седьмой ряд заканчиваем. 5 воздушных петель после веерочка. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем 2 накида. Отсчитываем раз, два и в третью петелечку. Мы цепочку в предыдущем ряду набирали из 7 воздушных петель. И вот сюда, сейчас, секунду. Раз, два накида. Видите, здесь такая кропотливая, практически ювелирная у нас работа идет. И раз, два. Столбик не заканчиваем из 2 воздушных петель. Опять сюда же мы делаем в эту ниточку. Раз, два. Еще 2 накида делаем, опять же, в эту ниточку. Краешек у нас должен быть точным, чтобы его не потянуло. У меня такое ощущение, что уже потянуло, если честно. Если одну петельку потеряешь, и будет тянуть. И 4 ниточки закрываем одним ходом. Вот теперь здесь с краю увеличивается у нас количество накидов. Мы делаем раз, два, три. И воздушных петель перед столбиком, которым мы заканчиваем. Здесь везде было по 2, сейчас 3. И накид у нас не 3 сейчас, а 4. То есть мы делаем столбик из 4 накидов. Или столбик с 4 накидами, если правильно. Вот у меня потянула петелечку. Сейчас я ее перевяжу. Раз, два, три, 4. Кто понял? Потянула петлю, которая осталась на крючке. Она разболтанная. Кто-то просил меня, чтобы я ошибки показывала. Вот показываю вам. Она была такая разболтанная. И сейчас она тоже не идеально закрылась. Видите? Но ее заберут. Ну, она не такая разболтанная, как была. Ее сейчас заберут вот эти петельки, потому что здесь я стянула 1 петлю. Так, вот мы с вами закрыли 7 ряд. 8 ряд. Вот опять же здесь изменяется набор петелек. Раньше мы набирали 7 воздушных петель, чтобы подъема. Теперь набираем 9. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 9 воздушных петель мы набрали. Делаем 2 накида. И куда мы заходим? Мы заходим вот в эту петелечку, которую я все называла разболтанной. Не буду забирать ваше время. Ею идеально ее перевязывать. Если она меня сейчас не устроит, я уже вне камеры подтяну, перевяжу заново. Здесь мы делаем так же, как и все время делали. Крылышко из 3 столбиков с 2 накидами. Не закрываем их и закрываем их уже. То есть не законченные, и закрываем их уже все вместе. Так, 9 воздушных петель и наше крылышко. Теперь у нас, если здесь было 5 воздушных петель в предыдущем ряду, то сейчас мы делаем 4. Раз, два, три, 4. Здесь небольшие будут изменения. И теперь смотрите, что мы делаем. Раз, два, 5. Тот же прием. 2 накида. Входим под арочку. И делаем птичку нашу с незаконченными столбиками. Все подарочку опять мы под первую самую делаем.
3 столбика с двумя накидами не законченные. Вот мы их вот так заканчиваем, закрыли. Теперь делаем еще 1, 2, 3. И смотрите, куда опять мы заходим. Опять делаем 2 накида и заходим туда же, откуда мы делали первые крылышко наши. И опять делаем то же самое. 2 накида, не закрываем. 2 накида, не закрываем. Вот когда они теперь все вместе, мы их закрыли. Вот смотрите, что получается. Далее 1 воздушная петля. Опять делаем 2 накида, входим в следующую арку. Делаем опять крылышко из 3 столбиков с 2 накидами, которые мы не закрываем по отдельности, а закрываем их все вместе. Вот так. Теперь опять 1, 2, 3. И заходим опять куда, сделав 2 накида? Опять в эту же арку заходим. И опять делаем вот это крылышко из 2. Из 3, вернее, столбика. С 2 накидами. Все. Также делаем, закрываем их потом все вместе. Трынц, закрыли. Вот что получается. Вот оно начало у нас. Далее опять 1 воздушная петля. Опять 2 накида. В следующую арочку заходим. Делаем такую же птичку. Вернее, такое же крылышко, но это уже птичка у нас внутри, если там 2 крылышка из одной, но они не из одной петли здесь у нас, да, из подарочки. Это лепесточки скорее по форме у нас уже. И опять 1, 2, 3. Так, 2 накида. И опять в ту же самую арочку заходим. Столбик с 3 накидами не заканчиваем. Столбик с 2 накидами не заканчиваем. Столбик с 2 накидами не заканчиваем. Все. Первую птичку из листиков я вам показала подробно. Остальные уже понятно. И теперь мы делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли. И вот здесь у нас теперь не подарочку мы заходим, а как мы привыкли. Основной здесь узор вязания. Мы заходим с вами в петелечку, в 3-ю из 5. Или у нас 7 здесь было, да. Значит, это 4-я. Здесь 7 было в предыдущем ряду воздушных петель. И делаем с вами столбик. Неправильно сделала. 2 воздушные петли. Делаем столбик из 2 петель, не заканчиваем. Из 2 накидов, извините, не заканчиваем. Опять из 2 накидов не заканчиваем. И то же самое. Так. Это уже птичка у нас. Потому что начинаем из одной петелечки. И 7 воздушных петель, как и в предыдущем ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять мы здесь с вами делаем 1, 2. Заходим сюда, в ту же самую петелечку. Ту же самую петелечку. Ту же самую петелечку. И закрываем все вместе. И что у нас опять? 1, 2, 3, 4. И опять делаем так же, как делали
Вот. Будем с вами вязать сейчас 9-й заключительный ряд и одновременно присоединять цветочки. Что вот сейчас в самом начале мы делаем? Раз, два, три. Набираем 3 столбика. Вернее, 3 накида. Делаем с вами 3 накида. И вот от соединения считаем 1, 2, 3, 4. В 5-ю петелечку заходим, в одну ниточку желательно зайти. Ну, конечно же, я не зашла в одну, я сразу все. Побольше, побольше. Так, с этой стороны. Здесь что у нас интересно всегда, вот в провязе в таком. Сейчас начнут растягиваться петли. И начнется дырки всякие. Поэтому держать надо хорошо. Удержала. Удержала. Даже столбик, по-моему, нормальный получился. Видите, синие отметки. Отмечайте все, чтобы не потерять, куда вам присоединяться, где лицо у нас, чтобы тоже синенькие отметочки стояли, какой у вас цвета будет несмываемый маркер или как вы будете отмечать. Отмечайте. Или столбиком с 3 накидами первое присоединение к цветочку сделали. Теперь делаем 1, 2, 3, 4. Это единственное место, где здесь будет 4 воздушные петли. И теперь самое начало всего нашего провяза. Мы заходим крючочком. Предварительно делаем 2 накида. Заходим. То есть все из одного места у нас сейчас выходит, как бы из одной точки. Первое соединение. И вот делаем опять нашу птичку, которую мы все время делаем на протяжении этого вязания. И третье тоже столбик с 2 накидами, недовязанный. Вот так у нас получилась с вами птичка. Первое присоединение, 4 воздушные петли и птичка. Далее что мы делаем? Смотреть надо, чтобы не перекручивалось потом. Теперь мы с вами делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. И вот 2 накида. И вот место у меня уже, видите, я пробовала. Мы берем серединку арочки и опять делаем нашу птичку с 2 накидами, с незаконченными столбиками 3 штучки. То есть мы не заканчиваем их. И теперь заканчиваем все вместе. И теперь, внимание, следующий лепесток будем присоединять. Заходим в лепесток хризантемки, заходим в крылышко, верхушку незаконченную, делаем 1, 2, 3 и 4 протягиваем. И опять 1, 2, 3, 4. Того 8 воздушных петель у нас здесь идет. Делаем 2 накида, заходим туда, где делали первое крылышко. 1, 2. И опять еще раз. 1, 2. И заканчиваем все одним приемом. Вот так присоединили мы второй лепесток. Теперь мы делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Заходим под эту арочку, не в петлю, а под арочку.
Заходим в следующий лепесточек. Достали крючок. И заходим в следующий лепесток. Возвращаемся назад в оставленную петлю. Делаем раз, два. Третью петелечку протягиваем. Раз, два. И заходим назад в арочку. Вот так мы присоединили третий лепесток. Опять три воздушные петли. Раз, два, три. Два накида. Третья у нас арочка. Опять идем в одну петлю. Петельку, заходим в следующий лепесток, заходим в одну ниточку и теперь делаем раз, два, три, четвертую протягиваем вместе и раз, два, три, четыре. То есть делаем так же, как мы уже делали в первой арке. Опять два накида. Возвращаемся и делаем лепесточек. Вот так уже 4 лепестка мы присоединили. Теперь мы с вами делаем раз, два, три. Три воздушные петли. Два накида. Входим в петелечку. Четвертую. Здесь было 7 воздушных, четвертую серединку. Опять делаем наше крылышко. Это 3 столбика с двумя накидами с общей вершинкой. Делаем 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Далее делаем раз, два, три. Три накида. И старайтесь, чтобы у вас не разъезжалось ничего. Все их вместе, эти нитки. Заходим в лепесток. Все подтягиваем. И делаем раз, два, три. Ай, по-моему, растянулось. Четыре. Если растянулось, то я перевяжу, но я уже вам показываю дальше. Дальше делаем опять раз, два, три. И у соседнего цветочка теперь находим первый лепесток после соединения. Видите? Вот он. Первый лепесток. Сейчас я вам покажу, если у меня растянулось, я уже без камеры нормально возьму все, как мне удобно. И провяжу аккуратненько, если у меня растянулись накиды. И вот так же я делаю столбик с тремя накидами. Вот такая история получается. Сейчас я вам покажу, чтобы вы понимали, где мы. Видите, вот уже, что в конечном итоге получится. Посмотрим. Да, растянулись петелечки. Сейчас я их, как неудобно будет, возьму и перевяжу, чтобы они не были такие. Видите, накиды у меня тут растянулись. Но я вам покажу дальше пока.
Значит, смотрите, когда мы так соединились, мы дальше опять делаем 1, 2, 3, 4. Это все девятый ряд. Один из рапопортов девятого ряда. Не один из, а полный его. Потом будете просто повторять. Так, делаем 2 накида, назад возвращаемся. Откуда мы начинали все это наше присоединение. Опять делаем крылышко. Из 3 столбиков с 2 накидами и общей вершинкой. Все то же самое, что делали на протяжении всей канвы. И теперь делаем 1, 2, 3. Только единственное, что... А, нет, здесь все правильно. 4. Вот это будет 9. Как бы у нас петля и 4. 9 петель получается, все правильно. Общей сложности. Так, делаем 3 воздушные петли. И опять вот мы заходим, делаем птичку, как и начинали мы с вами. Мы присоединяем следующий цветочек. То есть возвращаетесь к присоединению этого цветочка. И вот мы делаем опять крылышко. Опять выходим из петли и присоединяемся. Присоединяем 2 цветок полностью. Отмечайте, советую вам, смываемым маркером. Потому что, видите, здесь все кружится, крутится в руках. И присоединяем уже следующий цветочек. Да, вот здесь вот у меня неаккуратно получилось, я считаю. Надо заново здесь сделать сейчас. Начали 9 ряд. То есть привязали все цветочки. Объяснение. То есть повернули вязание, делаем 6 воздушных петель. Очень простой ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И лепесточку присоединяемся столбиком из накида. Дальше у нас идет 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И присоединяемся к следующему лепесточку столбиком без накида. Так, дальше 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Опять 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Опять 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 11, 11. 3 раза 11. 4 раз 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тоже это 4 раза у нас будет с вами по 11 воздушных петель. Далее 7. С нисходящей 7 идут. 1, 2,
три, четыре, пять, шесть, семь. Вот здесь будет у нас с вами пышный столбик из четырех столбиков. Вот они будут с изнанки. Лицевая часть их. Раз. Два. Если вы будете вязать строго по схеме, у вас это будет с лица. Три. 4. То есть не будете отрывать нить, так как я решила оторвать. Я бы здесь оторвала, честно вам скажу. Ну нет, ничего, нормально пышный столбик смотрится. Не искажает рисунка. И вот смотрите, опять 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И входим в кончик. Здесь важно кончик все-таки взять, чтобы не было такого мяса толстого. Ну вот смотрите, так и вяжем. 7, 4 раза по 11, 7 и пышный столбик. Вот такую обвязочку делаем, как здесь, до конца. И встречаемся. Все-таки я в обвязке отрезала нитку рабочую здесь в конце. Вот она отрезана. Привязалась я с правой стороны, чтобы все-таки вся цепочка была с лица. Потому что потом будет обвязка цепочки, петля в петельку. И обвязывать с изнанки, обвязывать ее надо с лица, чтобы красиво смотрелось. Обвязывать с изнанки очень тяжело. Все-таки я делаю вот тот ряд, который я только что показала. Все-таки я его делаю с лица. Все эти нитки, которые обрезаешься и привязываешься, оно все замечательно убирается. Тем более оно пойдет под обвязку. Закончили обвязывать хризантемки воздушными петлями. Обрезаем ниточку. Вот где мы ее? Закончили обвязочку вот здесь где-то. Правильно? Правильно. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестой лепесток от соединения. Ну, то есть напротив лепесток. От него отсчитываем. 1, 2. И в третью воздушную петлю мы присоединяемся ниточкой. Сейчас обвязочка будет достаточно простая. То есть сами цветочки. Алгоритм обвязки будет достаточно простой. Ниточку сразу сюда. Она уйдет у нас сейчас под обвязку. И за заднюю петелечку мы берем ниточки. Так, воздушную петлю надо сделать обязательно. И за заднюю петелечку мы берем ниточки. Сейчас лиха беда начала. Нет, неправильно. Так, ищем все-таки, чтобы тут не устроить мясо, ищем одну нитку. Так, взялись за нее. И вторая ниточка. Сделали два столбика без накида. И там, где у нас воздушные петли соприкасаются с лепесточком, с кончиком лепестка, мы входим столбиком без накида, делаем 1, 2, 3 пикой из трех воздушных петель. И опять мы заходим сейчас уже в цепочку из воздушных петель. Вот мы ее обвязываем. В каждую петелечку входим, чтобы воротник не стянула, не халтурим. Входим в каждую петелечку.
И вот смотрите, мы доходим до лепесточка, до его кончика. И неудобно вязать, потому что я вам показываю. И, конечно, когда сама вижу, скорость другая, я все вижу, держу иначе. И вот мы дошли до лепесточка, до его кончика. Заходим, делаем столбик без накида. Опять же, раз, два, три. Заходим в основание, берем ниточку, как мы делаем пико. И все, возвращаемся назад в цепочку. И пошли опять обвязывать. Так, сейчас я это пико перевяжу, потому что посмотрите, что это такое. Вот так оно должно выглядеть, это пико. Не вот так. Но вы принцип поняли. То есть вот эту всю цепочку мы обвязываем. Столбики. Вот эти тоже столбики я сейчас перевяжу. Смотрите, они неровные. Возьму удобно крючок. Сяду удобно. И всю эту воздушную ленту обвяжу столбиками без накида. И там, где у нас лепесточки, раз, два, три, четыре, пять. В общем, где они будут с краю лепесточки, везде будет пико вот такого вида, а не вот такого безобразного. Вяжем. Обвязали астры. Вернее, уже астры были у нас воздушными петелечками обвязаны. Мы обвязали еще теперь их столбиками без накида. До лепесточка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. До шестого лепестка. Мы делаем обвязочку. Последнее делаем пико. В схеме там не очень понятно. Если будете пользоваться схемой, там не очень понятно про пико. Я его сделала на шестом лепесточке. Это вот у нас боковушечка, чтобы вы понимали, где мы находимся. Заходим в петелечку, делаем столбик без накида. Еще один раз заходим в петлю и делаем столбик без накида. То есть их два. После лепесточка вот этого делаем два столбика без накида. Далее делаем раз, два, три, четыре. Четыре воздушные петли. Два накида. И заходим там, где у нас лепесточек, опять же его макушечка. Заходим вот в воздушные петли. Тоже надо найти тут ниточку. Ой, найди ее, попробуй. Когда здесь боковое вязание, все нитки просто зажаты. Заходим в лепесточек. Два накида, заходим в лепесточек. Вернее, там, где воздушные петли, делаем столбик с двумя накидами, не заканчивая его. Еще раз два накида. Опять в эту же петелечку мы делаем столбик с двумя накидами, не заканчиваем. Протянули ниточку. Если везде здесь у нас было по 3, в некоторых местах по 4 столбика мы делали с двумя накидами, не заканчивая, то здесь мы делаем 2 столбика. Теперь сделаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 2 накида. Еще 2 накида. Опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вот где у нас свободная арочка, сюда заходим столбиком без накида. И опять делаем
Раз, два, три, четыре, два накида. И где у нас лепесток? Опять же, вот вы видите его, где он смыкается здесь с воздушной сеточкой. Мы заходим и делаем столбик с двумя накидами, не заканчивая. Опять два накида. И в это же место заходим столбик с двумя накидами, не заканчиваем. И закрываем его. Опять раз, два, три, четыре. Опять два накида. Заходим опять же сюда, делаем столбик с двумя накидами, не заканчивая. Еще два накида. Опять делаем столбик с двумя накидами, не заканчивая. Теперь делаем раз, два, три, четыре. Вот теперь заходим перед вот этой птичкой, заходим в арочку и делаем столбик. Делаем столбик без накида. Далее опять делаем раз, два, три, четыре. И вот смотрите, где у нас птичка, видите ее кончик или начало? Мы заходим сюда и делаем столбик с двумя накидами, не заканчивая. Опять столбик с двумя накидами, не заканчивая, и закрываем. И опять 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Опять делаем 2 накида и опять заходим сюда же и делаем 2 столбика с общей вершинкой и общим началом. Видите? Это мы боковушечку с вами вот оформляем. Так пойдет везде, по всему кругу, кроме обвязки самих астр. То есть на другой стороне вот такой вот астр мы остановимся. Раз, два, три, четыре. И заходим куда? Вот видите, арочка тут у нас. Так же, как и в предыдущих провязах. А сейчас делаем раз, два, три, четыре. И заходим куда? Вот в начало лепесточка. Или крылышко. У нас это крылышки были все время. Вот будет крылышко. То есть делаем 2 накида. И также провязываем, как я вам только что показала. Не заканчивая. Опять 2 накида. Не заканчивая. И потом все вместе провязываем. 5. Раз, два, три, четыре. 4 воздушные петли. Опять 2 накида. В это же место мы заходим. Опять же. Закрываемся. И опять раз, два, три, четыре. И вот у нас здесь что есть? Вот она, эта петелечка. Арочка такая боковая. Вот в нее заходим столбиком без накида. И сейчас опять зайдем, сделав 2 накида, вот в начало крылышка. И вот так мы делаем полностью. Здесь то же самое. Под арочку заходим столбиком без накида. А сюда мы делаем уже по 3. Я вам сейчас покажу, вот это мы довяжем, вот этот кусочек. Я вам покажу, как мы провязываем у горлышка. У горлышка немножко иначе. Провязали боковушечку, дошли до угла. В углу немножечко иначе. Смотрите, делаем вот прям сам уголочек. Вот начало крылышка будет вот здесь у нас сразу. Определиться надо. Раз, два,
3, 4. Здесь тоже делаем 2 накида, заходим по 2 столбика незавершенных. С общей вершинкой. Опять 1, 2, 3, 4. Опять 2 накида в это же начало крылышка. В одно место заходим все время, в одну петлю. Нет, здесь не 3, здесь 2. Все еще делаем. Опять закрыли 2 столбика. 1, 2, 3, 4. И здесь обратите внимание на количество воздушных петель. Здесь количество воздушных петель также 4. Делаем 2 накида. И опять заходим сюда же, куда и заходили. С единой вершинкой 2 столбика с 2 накидами делаем. И с единым началом. Вот так они у нас. То есть 3. Если мы здесь по боковушке из одной петли делали по 2 крылышка, здесь 3 мы сделали. Теперь смотрите, что мы делаем на горловинке. Вот эта часть горловинки обвязывается таким образом. Сейчас давайте сделаем 1, 2, 3, 4, как и было, заходим под арку. Зашли столбиком без накида. А вот теперь у нас будет 3 воздушные петли. Смотрите, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 воздушные петли, 2 накида и заходим в птичку, которая у нас перевернутая теперь. Опять 2 накида. Это знакомое вам вязание уже. И опять 2 накида. То есть что? Здесь мы делаем 3 столбика с 2 накидами, с единой вершинкой, единым началом. И 1, 2, 3, 4, 5. Здесь 5 воздушных петель между крылышками. То есть делаем второе крылышко. Опять же сюда. И оно будет состоять из 3 столбиков, а не из 2, как у нас только что было по боковушке и на уголочке. И закрываемся. И опять 1, 2, 3. И подарочку столбиком без накида. И вот так вся горловинка у нас. 3 воздушные петли, 3 столбика с 2 накидами, с единым началом, с единой вершинкой, 5 воздушных петелек между ними, опять 3, 3. И вот так по всей горловиночке сейчас провязываем. Закончили боковую обвязку и у горловинки. Вот она у нас, обвязочка. Это первая обвязка. Здесь мы заканчиваем. То есть вот так у нас идет. И вот здесь мы обрезаем ниточку. И присоединяемся, возвращаемся. Вот в самое первое пико. Заходим, присоединяем нитку и будем делать последнюю бахрому. Делается она так, это последняя обвязочка будет у нас, делается она так. Значит, прикрепляемся, проверяем лицо. Отметки здесь проверили. Далее делаем 2 воздушные петли. 1, 2.
два накида и вот в эту арочку. Заходим и делаем раз, два, три. То есть полноценный столбик с двумя накидами. Три воздушные петли. Заходим за столбик, делаем пико. Две воздушные петли. Раз, два. Опять заходим в эту арочку. Раз, два, три. Три воздушные петли. Заходим за столбик. Делаем пико. Две воздушные петли. Два накида. Опять сюда же, в эту арочку, делаем третий столбик. Три воздушные петли. Заходим за столбик. Делаем столбик без накида. Две воздушные петли. Два накида. Делаем полноценный столбик с двумя накидами. Две воздушные петли. Заходим за столбик. Делаем столбик без накида. Должно быть у нас 6. Раз, два, три, 4. 2 воздушные петли. 2 накида. Опять столбик. 3 воздушные петли. За столбик делаем. 3, 4, 5. Мне все время кажется, что их 6. Их должно быть 6. Делаем 2 воздушные петли. Делаем опять столбик с двумя накидами. Так. Теперь делаем 1, 2, 3. Опять заворачиваемся за столбик. Делаем столбик без накида. Опять делаем 2 накида в следующую. Заходим в арочку. И делаем также 6 столбиков с двумя накидами. Только здесь между ними у нас ничего не должно быть. Когда мы переходим в другую арочку, как я поняла по схеме, у нас ничего не должно быть. Хотя схема там... Ее просто там нет. Догадайся, мол, сама называется. Так, 3 воздушные петли. И заходим за арочку. Вот так. И сейчас также в эту арочку мы делаем вот такие же 6 столбиков. Затем без всякого перехода опять делаем 6 вот таких же столбиков с пико в каждую центральную арочку. То есть один раз мы сделали в боковую, а теперь все время будем делать вот в эти центральные арочки. И встречаемся на углу. На углу немножко другой опять вязание будет. Боковую сделали рюшечку. Переходим на уголочек. На уголке он будет у нас, этот провяз, выглядеть следующим образом. Два накида. Вы видите здесь у нас раз, два, три. И две арочки. Вот эти боковые, на них не обращайте внимания. Заходим в верхнюю, в одну из верхних. Делаем полноценный столбик с двумя накидами. Опять три воздушные петли. Оборачиваемся. Столбик без накида. Раз, два. В общем, здесь мы делаем по 6 таких столбиков с тремя пико. Ой, почему с тремя пико? С одним пико. Каждый столбик с одним пико. Так. Два накида. Так. Раз, два, три. Вот он, угол мы сделали в один угол. Три.
И обратите внимание, если мы по боковушке с вами вязали вот в этих веерочках по 6 столбиков с двумя накидами в одну арочку, то у горловинки мы делаем 2 накида, и вот в каждую арочку центральную мы будем делать по 8 столбиков с двумя накидами. Вот 1, 2, 3, 3 воздушные петли, оборачиваемся, делаем пико, как и делали, 2 воздушные петли делаем, 2 накида, и вот так мы в эту арочку по горловинке будем все время делать только 8 столбиков с двумя накидами. Вместо 6, как по боковушке, боковой части воротничка. Ну что я тут застряла-то? Ага, понятно. Застряла я. Понятно, да? Смотрите. В боковушечке, вот в углу мы сделали сюда 6 в эту арочку, сюда 6. И перешли на горловинку. И вот здесь будет 8. И вот так по всей горловинке, вот в эти арочки над птичками, мы будем делать по 8. То есть бахрома будет еще более такая густая. Как это будет смотреться, посмотрим.